Ульяновские общественники встретились с новоизбранным митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгиным. В рамках неформального общения духовенства Ульяновской области и представители городской и областной общественных палат обсудили дальнейшее сотрудничество. Смысл существования общественной палаты – это работа по созданию вот того самого активного общественного класса людей, которые готовы и хотят участвовать в преобразовании, мирном преобразовании общества и решении тех проблем, которые есть. По словам председателя общественной палаты Ульяновской области Натальи Тамаровой, особенно важным считается сохранение духовно-нравственных качеств в современном социуме. Мы являемся представителями общества, и митрополия тоже является проводниками общества, и мы не можем не взаимодействовать между собой. Естественно, мы планируем пообщаться, определить эти пути взаимодействия, договориться на будущее о том, как мы можем быть полезны обществу. Также взгляды Натальи Тамаровой разделяет и поддерживает председатель городской общественной палаты Мария Большакова. Мы должны сегодня рассмотреть механизм взаимодействия непосредственно общественности и вместе с духовенством. Я думаю, это очень полезная будет встреча. Тем более у нас еще есть в этом году, у нас продолжится работа комиссии при общественной палате города Ульяновска, которая будет называться комиссия по духовному и нравственному воспитанию. Помимо общественной палаты, на встрече присутствовали представители казачества, молодежных объединений и социально адаптированных учреждений. Антон Никонов, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.